Всем приветики! С вами Ольга, и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. А сегодня у нас наконец-то закончились дожди. Какое-то счастье! Сегодня выглянуло солнышко, немножко похолодало, но это ничего страшного. И сегодня у нас субботний день, и мы делаем большие покупки, как они говорят, Grande Spesa. На всю неделю. Ну, конечно, потом кое-что я подкупаю. А сейчас мы с вами идем в супермаркет, который называется Эссенлунга. И посмотрим, какие цены на продукты. И, как я уже говорила, по нашей замечательной карточке магической мы можем брать продукты со скидкой. И потом с накопленными бонусами мы можем, если 3000 у нас этих самых карточек есть, бонусов, то мы можем сделать покупки на 27 евро. Па-па-па-пам! Бесплатно. Итак, пойдем за продуктами и посмотрим, что мы сегодня там накупим. Итак, поехали. Начинаем с цветов. Уже пошли цикламины на Рождество, которые. И мята всякие разные. Мы купили раньше. А здесь у нас цветы к празднику, тюльпаны красивые, все в желтом, таком розовом, ярком цвете. Все букеты замечательные. Но я пока их не буду покупать. А здесь надо обязательно надеть перчатки, чтобы какую-то фрукт купить или овощ. И в пакетик положить. Каждый пакетик стоит 1 чентезим. О, всякие разные. Тут такая вербура интересная. Как они говорят, трава, вот смотрите, какая интересная, тут все разное такое, но я куплю огурцы какие-то странные, я их купить не буду, и капуста тоже не очень. Я куплю только один баклажанчик, мы его потом на барбекю сделаем, вот там, где дедушка роется. А это щеноки. Куплю еще вот такие апельсины, 2 килограмма стоит 3 евро 98 копеек. Обязательно надо. Витаминчик. Пошла уже тыквочка. Смотрите, сколько она стоит. 98 копеек килограмм. Это уже можно ее готовить. Готовимся к 1 ноябрю. Хэллоуин скоро. Ну и, конечно, лимоны и все оливки. Оливки мы покупаем в нашем супермаркете, который поближе уже. Но здесь тоже можно иногда купить, кто хочет. Они очень свеженькие. Я покупаю вот такую свеклу вареную. Она очень полезная и вкусная. Ну и, конечно, здесь я покупаю морковочку. Вот так. Вот она килограмм стоит 98 копеек. Очень дешево и свеженькая. Куплю еще йогурт. Йогурт по скидочке у нас. Идет моцарелла по скидочке. Но я куплю один йогурт. Моцарелла пока не будет. Вот у нас еще есть. Яйцо по скидочке. Вот такой я куплю. Сан-Джовези. Здесь скидка 40%. 2,39 за бутылку. И еще я куплю вот такой вот нейро дьявола, 50% в рубль 92 она стоит. 1 евро 92 копейки. Смотрите, сколько просекло. Все идет со скидкой, вообще замечательно. Можно все поднакупить. Кто это дело любит, но мы к празднику все это что-нибудь тоже купим. Потому что это тоже нужно к празднику покупать. И праздники нужно все праздновать. Это надо. Обязательно нужно. А сейчас мы плавно переходим к рыбе. Рыбу я люблю сейчас красную. Конечно, очень много всяких разных. Вон родзин по скидке тоже замечательная. Вот эти вот мацакопцы, как они говорят, креветки всякие. Тоже по скидке все свеженькое, вкусненькое. Есть креветки уже чищенные, кто хочет. А я вот люблю бронзин, смотрите, какая хорошая. Красная рыбка, она тоже идет по скидке. 18,80, вот такие вот уже хорошие. И, ну, я куплю вот за 16,30 вот такие вот 2 кусочка. Вот они у меня уже лежат. Масло. Масло бутылочка я тоже прикупила. Куплю самое хорошее, вот такое вот золотое, так сказать, олью. О, вот, 5 евро оно стоит. Но всякие разные, можно по скидке купить. Переходим в отдел рыбы. Смотрите, какие осьминоги замечательно красивые, всякие разные рыбы, вся свежая. Любую, на любой вкус. Это уже приготовлено для барбекю, всякие разные спидины. Здесь всякие разные. Вот креветки всякие хорошие, свеженькие. И всякая рыба тоже очень свежая. Прям уже можно любой кусочек вам отрезать и, пожалуйста, завернуть как хочешь. Всякие разные креветки вообще обалденные, королевские. 32 евро за килограмм стоили. Ну, сколько это. В общем, мы каждый раз покупаем что-то новое. Вот эти острики, смотрите, какая прелесть. Можно купить на стол и сразу приготовить. Всякие разные эти порции для спагетти. И тоже все уже готово, и они их моют прям даже.
Ну, в общем, я купила тебе еще, пошла в отдел, который птица. Эта птица мне тоже пригодится. Здесь я тоже понакупила себе всяких разных куриных грудок. Очень мне это дело нравится, я это часто использую. Немножечко так вот получилось, мне не очень красиво, но не важно. Короче, здесь я накупила всяких разных куриных грудок. Я потому что в течение недели ими часто-часто пользуюсь. Дальше поехали, это все вот курица. Здесь у нас скидка на чистящие средства. Всякие разные порошки и моющие средства. Мы уже купили порошок раньше. Таблетка для посудомойки немножко дороговата. Я остановилась вот на этом чистящем средстве. Называется Аякс для пола. Очень мне нравится. Купила молока. Молоко мы покупаем обезжиренное, целую упаковку, потому что мы его пьем. И венчинцы, и я, мы пьем. И здесь есть всякое молоко травяное, так сказать. И рисовое, и из мандарины, и соевое, и кокосовое. То есть все, кто сидит на диете, здесь, пожалуйста, огромный выбор молока. А здесь у нас масло. Масло любое, красивое. И начинаю вот и 11 евро, и 13, всякое разное можно найти. Но я уже купила нормальное. А здесь я купила пасту Барилла. Сегодня скидочка 40%. И я купила две упаковки вот этих пенных пюре. Мой любимый кофе. Сегодня большая скидка, 6,45. Там 4 пачки по 250 грамм. Здесь всякие разные нарезки. Но нарезки я уже потом куплю в нашем магазине, который поближе. Народу, конечно, сегодня полно. А еще здесь я покупаю вот эти вот ваниш сегодня по скидочке. Я купила такую беленькую. И еще вот мой любимый Омину Бьянку. Я его всегда добавляю для отбеливания белья белого. Очень вам советую. Замечательный такой детективчик. Здесь хлебушек и всякие сладости. Хлеб я тоже купила, но тортики пока только посмотрела, потому что мы как-то уже наелись. Немножко понакупили, наелись и все. Много всяких пиц, которые можно купить на кусочки. Очень даже это вкусно и хорошо. И мои пироженки, всякие тортики, которые они сами готовят. Все это свеженькое и вкусненькое. Я выбрала хлеб, который называется сицилиано. Он очень вкусненький. И мы с удовольствием его сегодня поели. Мороженое тоже разнообразное, но мы сейчас остановились на сорбетто де лимоне. Здесь он вот, сорбетто де лимоне. Очень вкусно и нежирно. Воду я тоже покупаю. Сегодня вот скидка на Сантанна. Я купила воды такой, но мы покупаем и вот такую воду желтенькую. Она вся вкусная и полезная. Воды мы пьем много. А это уже целая моя Карелла. Уже в нашем супермаркете купила шоколадин, горгонзола, картошки, лука зеленого, бананов, кефирчик себе купила, свечечки. В общем, понакупила целую корзинку еще в нашем супермаркете. Купила еще капусты. И молодец. Вот такой вот накидушку на сиденье. А вот и Винченцо. Вот такой у нас сегодня стол. И вино.